использование коров ярославской породы разной ровности по гольштину для эффективного производства молока, разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных награждается Юдина Анна Геннадьевна, аспирант Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Разработку по скрещиванию крупного рогатого скота. Ярославскую породу коров скрещивают с голштинской с целью получения более высоких удоев. Расскажите немножко о себе. Я ветеринарный врач, бывший житель города Твери. Переехала не так давно в город Бежецк, очень этому рада. Приглашаю всех в наш район, в экологически чистый уголок. Посетите наше хозяйство СПК «Новая жизнь», попробуйте наше качественное молоко. Ну, для продолжения исследования и работы просто нужно будет работать с животными, но мне, как врачу, необходимо определенное оборудование. У меня в хозяйстве работает мой супруг, главный зоотехник. Мы будем делать все для процветания хозяйства. А вы, получается, что из города, да, у вас сельская местность, да? Да. И у вас тут уже фермерское хозяйство? Нет, у нас СПК «Колхоз Новая жизнь» Бежецкого района Тверской области. А сложно было променять городскую жизнь, да, вот на сельскую? Нет, мы любители сельской жизни, родились на селе, поэтому для нас это было легко. Скажите, пожалуйста, над своей разработкой, вот сколько лет вы работаете, каких результатов вы уже, может быть, промежуточных достигли? У нас достаточно неплохие результаты, они будут изложены в теме моей, вообще в моей научной работе. Просто на это можно говорить очень долго. Мы повысили удой животных и повысили их продуктивное долголетие.